録してなくて。Вылететь на море, да, да. Пролететь сюда. Зал этот. Так, беги. Вот какой-то опыт мне. Ты не показывай. Поверь. Вот это чей-то. Пятнадцать маны, да. Да. Так, где экран? А у нас везущий быстро. Везущий очень быстро. Сандром 20 чародеев. Ну, то есть дали, ну, 20. Ну, еще до 40 подняли. Непонятно, кто я ехал. Это вообще. Ну, то есть он тоже. Чародея с нами. Тоже. Ну да, ну до 40 подобрать. Работал. Но этому надо 25. Не показывать сколько. Ну надо еще 10. На 25 тоже подходит. Ну 27 будет. Блин. Все, веселое поле для них. От моей стихии. Все. Не слышно, не, ну, Сандерн быстро, быстро, поэтому... Или суммы пока железное сердце, ну хотя бы сейчас. Еще. Потом надо что-то набрать. Всем посерьезнее. А, у нас взять божественные силы. Плюс 10. Излечить заболевание. Ну, сейчас надо. А потом то, что не взять, потому что 4. 5 уровней. Потом, если взять что-то другое, что-то. Можно наоборот взять, например, силу в дистанционном бою, а одну личку оставить. Или хп прибавить. Это тоже вот. Жизненная сила. Это скорее кондиции. Так.
конденсаты, токарные, потерялась в этом. И хмурится сразу. Совершенно ничего. Божественная сила. Ну, прокачивать вот это какой есть хороший. И, например, излечиться прямо не сейчас, да, а взять сейчас дальнобойность. Дальнобойность урон плюс один. Дистанционный, например. Или ХП добавить. Духовно еще не работает. Не ясно. Целебная аура есть. Есть воскрешение. Есть воскрешение героя и подкачка. Лечилка для восстановления кондиционера. Ну сейчас зачем вообще брать это вещи? Потому в бою. А потом мы возьмем. В общем, лучше надо ХП ему качать. Там более надежно, чем. А потом уже будем прокачивать там урон. Потому что, допустим, защита рукопашная и дистанционная, это 3. А можно 2 выбрать. А чем единичка? Ну, 3 единички. Ну, то есть, если ближе будет потом получается, так он так больше будет. А если рукопашный придется, так ХП еще лучше. Потом возьмем, если удастся, железное сердце и... излечить, например, заболевание или что. Если что-то появится. Ну, появится реально, это может клушка как-то оптимально. Капеллан. Рад призвучить. А кому он? А, когда герой идет армию, все армии. Герой получает плюс 200. Ну, когда если у него будет армия, тогда... И, допустим, ну, мы явно не будет хватать там. Барда. Потому что бардов надо в одной армии несколько, там 2-3 барда хотя бы. Смысл вот такой. Если нет, это на других. Ну, если какое-то вторжение, то можно 7 раз по одному барду. Чтоб мораль была сильная. В зависимости от расклада. И так он. Еще надо разобрать. Чем-то. Ну, вот померяем все. Так. Сколько тут не хватает. Вот так плюс один сюда, а туда 2 получается. Ну. Захватить. Раз. Два. А так туда 2. То есть люди. По одному. Выше. Вообще прорвёт. Ниже в упор, а туда 2, например. Так он и так. Да, один выдай. Раз вопрос. Лесу. То есть если вниз, так тут город прям. Золотой планет. Капельник в городе. Микрою города. Ну плюс один мы одну захватываем, а два захватываем. Это что так поставить, то же самое, типа плюс один.